писать, ответа не найти. Космическую связь. Это очень печальная песня о человеке, который утратил связь с космосом, потому что у него, ему все время мешали какие-то звуки. Звуки, доносящиеся с улицы, звуки, доносящиеся еще откуда-то. Он стал к ним прислушиваться, и связь с космосом сделала йог. Провод оборвался. Но сейчас все хорошо. Космическая связь на третьем этаже прерывается сигналами извне. Доскопорами, под окнами, машинами, животными, мыслями ненужными мне. Белою посылкою снег укрыл все улицы, завтра будет грязною. Волосы распустятся, я не знаю, милая, что со мною сбудется. Космическая связь не отвечает мне. Голоса все тихие, а стихи невнятные, стихли все усилия, сникли непонятные. Я не знаю, милая, чем мне успокоиться. Космическая связь не говорит мне. Вроде все как надо, мысли, страхи, огорчения. Вроде все на месте, все предметы, все мучения. Только белой нитью бьют по столбу в помещении. Космическая связь не отвечает мне. Слушайте, а вот у меня такой вопрос. А вы можете вот в эту сказку про покойницу добавить каких-нибудь вот таких сигнальчиков странных? Нет, не можете? Не можете, ну ладно. Ну вы там как-нибудь вот это изобразите, духов леса, там, не знаю. Жалко, что ли. Духов местности можно. Ну да, вот по улице. А, Фэри? Можно? Ты песенку споешь. Я пойду тихонько боком в лес.
глаз густой. Покою с потерянной душой. Я постыкала колодец, покричу. В дом родной кукушкой я полечу. Упадет, не поймать, улетит, не достать. Красивая. Можно сказать про любовь, можно не говорить. Ты будешь танцевать. Хорошо. Thank you.
подвался. Не устали еще? Давай еще. Вообще это был мой вопрос к вам. Еще. Хорошо. Игрушечные сны. Куда собралась? А? Рассвета много времени. Как знать? Согласен. Где-то кружки били, где-то было лето, где-то говорили. Ну, была в пивторез, блин, ну, надо что-то боем сыграть. Где-то сказки. Кружки били, где-то было лето, где-то говорили, где-то были
это было, это где-то говорили. Русский народный хит. Эпс. Да, следующая композиция называется «Сон». Еще время есть? Время еще это? Да, фок. Спою тем, кто не знает. Строен мир, ты не веришь.
из-за того, что песня о опен-эйрах. То есть она идеально звучит, когда стоишь на сцене, вот там закатное солнышко, поле перед тобой расстилается. В общем, может стоять на поле люди, может не стоять, не суть важно. Главное вот ощущение вот этого простора. Вот тогда эта песня звучит вот просто как надо. И сейчас как надо? Ну хорошо. А? Чё? Сидели наши души на песчаном бережку. Надо было, конечно, вести учетную запись. Какую песню, сколько человек знает. Эпс. Был разговор душ. Надеюсь, все поняли. Сейчас финальная песня будет. Она называется «Черные окна». Это такая современная сказка. Вот.
Потом я еще тут побуду какое-то время. Я напомню, что группа, вот это наш акустический состав, есть еще большой рок-состав, который играет фолк-рок с таким хардовым звучанием, ну там барабаны, бас-гитары, все как надо. Вот это акустический состав. Владимир Анчевский. Меня зовут Рада, группа называется «Рада и Терновник». В последнее время у людей, видимо, настолько велика ненависть к Москве, что последнее время все считают, что мы либо из Санкт-Петербурга, либо из Омска. Я понимаю, что очень сложно смириться с этим фактом, но, к сожалению, мы из Москвы. Вот не то, чтобы я дико любила этот город, не то, чтобы я дико горжусь этим фактом, но так вот ради приличия надо об этом упомянуть. Таки не Санкт-Петербург, простите Бога ради. Вот, что еще? Потом я побуду здесь немножко. Если кто-то никогда про нас не знал, возьмите у меня такую интернет-визитку, там адрес сайта группы, ютьюбовский адрес. Просто чтобы вы были немножко в курсе, чем мы вообще занимаемся, какие еще песни пишем, какие у нас еще составы. Вот, и я привезла с собой немножко дисков, дисконтология, красивый такой сборник, акустический диск «Колыбельная для кошки» и сборник концертных видеозаписей под названием «Живое». Ну, не знаю, откроем магазинчик на диване. Благо их там штук 6, поэтому ничего страшного. «Черные окна». Нет, это не была песня «Черные окна», хотя хорошая идея. Oh!
самом деле очень приятно, что вы как-то в курсе, то, что вы знаете песни. Вот, мы в Волгоград приехали во второй раз в жизни, причем в первый раз мы приехали в 44-градусную жару и пронемели. Я поняла, да. Пронемел взял на себя мужество организовать все равно концерт. Я вспомнила просто детские годы чудесные, потому что мы пробирались какими-то подвалами под каким-то торговым центром, а выходили мы через другой выход. Мы зашли через один, а выходили через другой, видимо, в цели глубокой конспирации. Было дико круто, про Немир до сих пор вспоминаю, всем рассказываю, никто не верит. Знакомы русской поэзии. Ну, это было незабываемо. Но здесь как немножко поудобнее, мягко говоря. Вот, я к чему это говорю? Друзья, я надеюсь, что не в последний раз мы с вами видимся. Вы тоже на это надеетесь? Давайте сегодня еще чуть-чуть. А вот как вот песню измерить вот этим? Никак. Я поэтому вот говорю чуть-чуть. Песню в голову хватит. А вам какую песню? Пострашнее или... Холод. 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 Вопли несу не могу. Холодно не могу. Огнем и мечом тоже не могу. Саламандру, кстати, можно. Если ты меня подоспешишь. Да, вот, вот. Единственное, чего я могу исполнить в акустике, все эти песни, которые вы называете, «Холодно», «Вопленец», они отличные, но они в акустике, мы их не играем. А вот... Ох ты, ботинка, что ж вы вспомнили? Вас на свете не было. Мидоле. Не, я не в обиду, будет сказано, но песня-то 20 лет. Thank you.
спасибо.